Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Сегодня расскажу вам, как приготовить секретную насадку на карася. Делается она быстро, пахнет фантастически, карась тут же начинает клевать. На ловлю этой насадкой можно переходить в те дни, когда золотистый перестает реагировать на другие традиционные насадки. Она позволяет продолжить успешную ловлю карася. Кстати, таким тестом интересуется вся мирная рыба, и если она есть в точке ловли, то обязательно полакомится. Для этого нам понадобится одно куриное яйцо, одна чайная ложка какао или одна плиточка шоколада, а также ванилин на кончике ножа, молоко, овсянка полстакана и лимонка. Итак, разбивается в миску куриное яйцо, добавляете ванилина на кончике ножа. Туда же засыпаем чайную ложку какао-порошка и полстакана овсянки или манки. Потихоньку вливаем молоко и размешиваем всю вилкой до однородной массы. Когда тесто станет густым, то начинаем месить его руками. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!